«Движение у растений и животных». Фильм второй. Какие животные могут летать? Животные, умеющие летать, это насекомые, птицы и летучие мыши. Перечислите особенности строения птиц, связанные с полетом. Основное приспособление птиц к полету – преобразование передних конечностей в крылья. Крупные перья на них образуют самый совершенный летательный аппарат. Кроме крыла, у птицы есть целый ряд других приспособлений к полету. Это обтекаемая форма тела, легкий скелет, потому что большинство костей полые, хорошо развитые летательные мышцы, воздушные мешки, уменьшающие вес тела и обеспечивающие лучшее поступление кислорода в легкие во время полета. Кто такие ходильные животные? Ходильные животные – это животные, которые при ходьбе опираются на конечности, ноги. К ним относятся большинство позвоночных и членистоногих. Какие типы движения у четвероногих животных вы знаете? Движения четвероногих чрезвычайно разнообразны. Среди ходильных млекопитающих, в зависимости от того, как они опираются на стопу, различают стопоходящих, при ходьбе опирающихся на всю стопу, это медведи и люди, пальцы ходящих, при ходьбе и беге опирающихся на пальцы, это значительно повышает скорость их бега, это кошки и собаки, и копытные, которые бегают на кончиках одного или двух пальцев, они бегают быстрее всех, это лошади, олени, косули. Как перемещаются стопоходящие животные? Стопоходящие животные при ходьбе опираются на всю стопу. Так ходит человек и медведь. К какому типу относятся движения кошки? Движения кошки относятся к типу пальцеходящих. При ходьбе и беге кошка опирается на пальцы, что значительно увеличивает скорость бега. Как бегают копытные? Копытные – лошади, олени, косули – бегают на кончиках одного или двух пальцев. Такой способ передвижения самый